что, думали, не вшарю в мемах, да? А вот и не угадали вы. Я выложил ролик в пятницу и уже начал делать видос на понедельник. Но увидел коммент подписчика. Вообще, я хотел выложить в понедельник ролик про вторую часть ремонта моих троллейбусов, но решил записать ролик именно про автобусы. Вообще, этот ролик я хотел записать в среду, но, увидев комментарий подписчика, я не смог устоять. Итак, первое, за что хотелось бы пояснить, так это про сам город. Он выглядит вот так. Ладно, на самом деле я таким специально его нарисовал, чтобы, ну, не мозолить глаза всякими домами и строениями, никому не нужными. Нам самое главное — дороги и схемы движения. Первое вы можете увидеть, так это тут располагается первое троллейбусное депо, тут южное троллейбусное депо. Ну, фактически это второе депо, а это первое. Ну, в общем-то, не важно. Первый троллейбусный маршрут начинается он вот с этой конечной. Далее выезжает на улицу. Сюда вот. Едет по пригородной зоне, то есть это уже считается как пригород, тут дачный поселок небольшой. Едет по Нижней улице. Улица так и называется, Нижняя. Едет и выезжает за город. Куда он попадает? На свою конечную. То есть вот тут вот конечная. Он сюда попадает, разворачивается и едет обратно в то же направление. Дальше центральный маршрут также начинается тут. Он выезжает на дачную улицу, поворачивает на центральную площадь, преодолевает центральное кольцо, едет также на свою конечную. Тут же разворачивается и проделывает такой же маршрут. Это маршрут номер два. Маршрут номер три делится на два лагеря. Маршрут 3 и маршрут 3Б. 3Б маршрут — это пригородный, а 3 в самом городе. То есть он начинается как? Выезжает со своей личной конечной, вот отсюда, едет по так и называемой верхней улице, заезжает на свою конечную, разворачивается и едет обратно. А маршрут 3Б едет также по этому направлению, заезжает на эту конечную, выезжает за город, где попадает в небольшую такую... Он выезжает отсюда, получается. Выезжает из города, мимо деревень, и выезжает на трассу к городу Вологда. Потом объясню этот маршрут поподробнее. Фактически у меня в городе 3 маршрута, но фактически и 4. Расскажу немного про транспортные предприятия. Самое главное в городе предприятие — это Дон Электротранс. Это предприятие до 3 октября обслуживало 3 троллейбусных маршрута, точнее 4. У предприятия было несколько автобусов. И еще с тех времен, когда автобусы ходили по пригородным маршрутам. Эти автобусы запускали, если на троллейбусных линиях происходили какие-нибудь аварии. Но я также говорил, что в Донбурге работают несколько частных перевозчиков. Эти частные перевозчики можно пересчитать по пальцам. Первое – Донбург Авто. Второе – ПТА-1. Третье – Авто Гортранс. И, наконец, четвертое – ПА-1. Все эти предприятия обслуживали единственный транспортный коридор, в котором я расскажу в следующей части. Следующая часть выйдет через пару часов, возможно, или вообще в среду. Это не последняя часть. В последней части я разложу все по полочкам. Спасибо всем за просмотр.